Друзья, всем привет! Наконец-то я снимаю видео новое, посвященное моим покупкам из Fix Price. Давайте вместе с вами смотреть, что же я купила. Так, ну и первое, давайте сначала с еды начнем. Взяла вот такую вот штуку, я еще такое не брала. А манго и арбуз там есть. Вот я с манго взяла. Мне понравилось, что тут ноль сахара, калорий, красителей. Короче, я хочу попробовать, что это за сладкая вода такая. Стоит она... Сейчас скажу, сколько. Bubble Way. 59 рублей. Такой напиток. И я в конце видео попробую и скажу вам, вкусный или нет. Следующее, вот эти сухари ребенок попросил, хрустим, сметана. Да, я знаю, что они вредные, но дети любят. В общем, сухарики, две пачки за 36 рублей, одна пачка 18,30 стоит. Дальше я купила напиток Добрый Актив Кит, он какой-то там с витаминами. Манго, апельсин и яблоко. Мы его уже выпили. Вот такие вот, как обычно, я беру морскую капусту. Сколько там я их взяла? 5 штук я взяла, по 39,50 они стоят. Вот, ну, по 40 рублей, да? 39,50. Ну, а где дешевле? Дешевле я еще не находила. Тут 9 листочков. В общем, нормальная. Тоже очень нравится ребенку. Так, следующее. Следующее. Взяла вот такие вот ролики для одежды. Я всегда их беру в фикс-прайсе. Там выгодно. Тут две штуки. Сменные блоки. Для ролика сменные блоки, две штуки, 80 листов. Так, всего я взяла таких три пачки, вот таких. Итого 6 штук будет. Так, сменные блоки для ролика. По 59 рублей один стоит. Я три взяла. Так, ну и что вам еще показать? Вот такую штуку я взяла. Воздушные зерна риса в сахаре, в сиропе. По 12,30 одна стоит. Вот, я две взяла. Тоже ребенок очень любит. Зерна риса в сахарном сиропе. Так, следующее я взяла вот такую вот папочку. Вот она вот такая вот, она легкая и она не из картона, я не знаю, что это такое за материал. Ну вот он такой. Папка с ручками А4. Она с ручками мне понравилась, с молнией, короче, все, что нужно. Вот, стоит такая папка, она удобная, смотрите, и большая. Так, стоит она 149 рублей. Следующий я взяла набор воздушных шаров. 10 штук. Это из новой вот этой коллекции к 14 февраля. Вот. Ребенок тоже любит сердечки. Вот это все такое. Так что я взяла. 79 рублей такой набор стоит. Вот такие вот наклеечки, 10 штук, 79 рублей тоже сердца. Нам нужно для поделок. Ну, пусть будут. Я подумала, они, смотрите, тут вот такие вот. Можно еще на двойной скотч приклеить. Это очень удобно и красиво. 79. Так. Следующее, ребят. Взяла вот такой вот набор воздушных шаров для создания праздничной декорации. 52 штуки.
Их тут очень много, они разноцветные, цвета такие красивые, летние. В общем, я думаю, к празднику вот так вот украсить. Ну, день рождения у нас не скоро, у ребенка летом, но шарики у нас как раз закончились, поэтому вот, теперь я купила. Знаете, я раньше наборы покупала, которые на подставке в фикс прайсе, шары. Фольгированные и на подставке, но они мне... Они там и фольгированные, и обычные, и с подставкой, но они мне поднадоели уже, поэтому взяла вот что-то такое другое. Что-то новенькое. 52 штуки мне понравилось. И красиво можно украсить. 149 рублей всего лишь. 52 штуки. Так, еще ребенок у меня выбрал вот такие свечи с днем рождения. Загадай желание, задуй. 13 штук. Ему понравилось, что тут буквы. Вот, прикольно. Мне тоже нравится стоимость. 79 рублей свечи праздничные. Так. Ну и последнее, что я взяла. Это тоже новиночка. Мы будем с вами ее тестировать, как всегда. Вы же знаете, у меня канал, где я тестирую маски из Fix Price. Ну и не только. Пока что из Fix Price тестирую маски. Потом из Ашана буду и просто там из Магнит Косметик, ну такие вот корейские разные масочки и уходовые средства, хорошие корейские, вот, поэтому вот это тоже, кстати, Корея, да, Доктор Смарт, Ангел Кей, Доктор Джарт, по-моему, еще есть, но, в общем, не суть, корейская же, да, она. Да, Корея. Покажу вам кота своего. Красавец. Киса. Так, ребят, в общем, я сейчас найду вам. Да, произведено в Корее. И мы эту новиночку обязательно с вами тоже затестируем. Ну, в принципе, вот все. Такие у меня покупки. Вообще, мы ходили в Фикс Прайс. Шоколадный Дед Мороз просил ребенок, но уже не было. Везде разобрали. Деда Мороза не было. Так, раз уж кота показала, вот еще такой наполнитель я беру для туалета. Он очень дешевый. 59 рублей стоит 2 килограмма. Для кошек я беру. Вот в фикс прайсе. Древесный. Кстати, у меня еще есть циферка 8 на палочке. Такая золотистая. Вот такого размера. Вот, сейчас я ее, правда, уже убрала. Тоже вот она для праздника я покупала. Так что вот так вот, ребят. Давайте будем пробовать вот этот напиток. Вам интересно? Мне очень. Я решилась. Никогда я не беру там ничего. Я даже воду там не беру. Вот. Но иногда, когда хочется, там сок беру. Или там морс брала попробовать. Сок детский там, Сады Придонья. Вот. Воду это очень редко. И вот я решилась на вот такую вот. На вот такую вот водичку. Сейчас попробуем. В общем, ну, в принципе, вкусненько. Послевкусие такое манго, действительно. Ну, такая просто сладкая вода, газированная. Напоминает фруктовую жвачку. Орбит. Вот, я думаю, арбузик напоминает арбузную. В принципе, чувствуется лимонная кислота и все. Так что вот, если очень хочется, можно побаловаться. Все, мои хорошие. Вот такой у меня был обзор покупочек моих из Fix Price. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Вместе будем тестировать дальше маски.
Всем пока-пока.